Всем привет! Сегодня я вам покажу то, что я добавлю в свой уход на март месяц. Начнем, пожалуй, с геля для душа. Пользуюсь я вот таким вот гелем. Таскаю его туда-сюда, взяла, чтобы использовать как жидкое мыло. Но сначала попользовалась как гелем, потом на кухню унесла как жидкое мыло. Может быть, опять потом еще как гель использую. Ну, здесь просто огромный объем, 700 миллилитров. Обожаю этот аромат, это гель от Avon, дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Аромат очень приятный, такой сладкий, действительно сандаловый такой. Обожаю его, держится и на руках, если ну, как жидкое мыло использовать, и на теле, если как гель использовать. Очень долго, можно сказать так даже. Приятный, в общем, гель. Буду пользоваться дальше. Так, ну и раз уж у нас уже весна, я решила достать цветочные гели. У меня их 4 от фирмы Камей. Я люблю ставить в использование одинаковые гели, чтобы вот все бутылочки, ну я имею в виду от одной фирмы, чтобы все бутылочки одинаковые стояли, только с разными ароматами. Так, вот такой гель. Купаж цветочных масел, нежная кожа, пленительный аромат белой розы. Этот гель я сама себе покупала. Как-то увидела у кого-то в обзоре. И очень мне его захотелось. Я очень люблю гели от Камей. Они классно пенятся. И ароматы у них потрясающие. Также держатся на коже долго. А вот эти три геля мне присылала Инна. Спасибо тебе огромное. Так, здесь у нас пробуждающий аромат розового грейпфрута. Хочется все заново понюхать. Ой, вкусненький такой. Потом черная орхидея. Вот здесь в этих гелях заявлено, что стойкий завораживающий аромат до 8 часов. Ну, я с орхидеей, кстати, не очень люблю гели. Ну, раз уж есть, использую. Ну, приятный такой аромат. Ну, он более такой тяжеловатый, пудровый. Пусть будет тоже для разнообразия. И мне больше всего понравился вот этот тут аромат, аромат фиалок. Приятные ароматы, цветочные такие, парфюмерные. Вот, буду пользоваться. Так, освобождаем место для больших бутыльков, для волос. Я вчера достала шампунь Шаума «Энергия природы». Это из линейки смузи. Кстати говоря, вот... который с клубникой и бананом, к нему почему-то продаются бальзамы, а вот к этому я ни разу не видела. Очень приятный аромат ягод, тут, по-моему, асаи, да, ягоды асаи, миндальное молочко и овсяные хлопья. Приятно пахнет асаи, хорошо пенится, мне нравится шампунь Шаума, знаете, когда не знаешь, что ты хочешь купить, всегда можно купить, большая линейка ароматов. И всяких разных шампуней этих. Поэтому вообще нет никаких проблем. Всегда акции. И даже без акции они стоят довольно-таки дешево. Вот. Ну, этот мне аромат больше нравится, чем клубника. Тот какой-то химозненький. Боже мой, там голуби по подоконнику скачут. И вчера открыла к нему вот такой вот бальзам от Сьос. Невесомый бальзам. Для нормальных волос я брала. Для жирных не нашла. Решила взять для нормальных. Pure Fresh. Это что-то потрясающее. Я им воспользовалась один раз. Знаете, у него такая текстура, как пена. Ну, не совсем такая уж прям вот легкая. Ну, потому что в бутыльке, да, иначе бы он был с дозатором. Но... какой-то вот как взбитый мусс какой-то. Очень-очень легкий. Приятно так освежает волосы. Пахнет лимонником. Мне очень понравился аромат поначалу, но когда я помыла голову, он оставался на волосах, этот аромат. Потом волосы высохли. Обычно высыхают волосы, перестают пахнуть. Но он пах, и знаете, часа уже через 2, через 3 ночью он меня уже начал немножко подбешивать. Ну, здесь 500 миллилитров. Все равно буду пользоваться, потому что действительно свежесть придает.
волосам. Это как раз то, что мне нужно. Так, еще я открою вот такой вот пудинг для волос. В качестве маски, я так понимаю, он идет. Давайте уже засунем в него свой нос. Ждала, когда открою этот шампунь. Специально для него берегла. Ну, не знаю, у некоторых девочек не очень хорошие отзывы на эти пудинги. Но буду сама пробовать. Ой, кстати, аромат здесь. Здесь тоже, по-моему, асаи заявлено. Но пахнет он виноградом химозным. Знаете, как это обычно бывает в косметике, химозный виноград. Ну, в любом случае, все равно буду пробовать маска-пудинг для волос ягоды асаи. Это от Faberlic. 200 мл здесь. Так, еще для волос открою вот такой вот шампунь сухой, мгновенная свежесть. Жалею, что один взяла. Ну, хотя, может, еще рано жалеть. Сначала надо попробовать. Потом, наверное, уже решать. Тут так. Ну, побоялась я, в общем, два брать. Думаю, вдруг не понравится, будет полная ерунда, и зачем мне надо. 150 миллилитров здесь. Так, это у меня мгновенная свежесть. Еще был там розовый какой-то. Кстати, аромат... А, аромат я, по-моему, пробовала в покупках, когда показывала. Ну да, он такой... Шаумы, мне кажется, многие так средства пахнут. На работе буду использовать, потому что волосы очень жирные. И так как, ну, иной раз приходится много раз на улицу выходить за день, ты постоянно туда-сюда что-то шапку одеваешь, снимаешь, к обеду уже вообще страх Божий на голове, поэтому приходится пользоваться. Так, для тела. Открою вот такой вот скраб морошковый от бабушки Агафьи. Такой вот он красивый. Инна мне тоже присылала недавно в посылке. Ну, приятный скраб. У меня, по-моему, был такой. Давным-давно. Решила вот достать. Так, что еще для тела? Ну, не для тела, для рук покажу сразу. Под руку попалась. Мыло возьму вот такое вот для дам и господ. Парфюм и масло. Я покупала набор в фикс-прайсе. Здесь огромный кусок. 190 грамм. Хочу попользоваться. Так, спрей для тела. Возьму вот такой вот. Недавняя новинка от Avon. Слива и нектарин. Хочу использовать. Он более сладкий, а потом уже у меня там цветочные только остались. Потом уже, когда весна-весна будет. Да, сладкий-присладкий такой аромат сливы. Не знаю, нектарина я там не чувствую. Буду пользоваться. Я люблю спреи эти. Так, дальше. Еще скрабы для ног тоже Инна присылала в последней посылке. Открыла вот этот вот скраб от Свободы. Отшелушивающий эффект. Он такой очень плотный, видите? В нем жесткие скрабинки такие, типа абрикосовых косточек. Классный, кстати, скраб. Очень даже хороший. Подозреваю, что стоит дешево, потому что, ну, фабрики Свобода нету дорогих средств. Найти бы вот его еще в продаже, но Инна, смотрю, на Озоне заказывала. Если найду в продаже, возьму несколько тюбиков, потому что, ну, действительно хороший продукт. Чем покупать абы что и за бешеные деньги. Скраб для ног, кстати, очень трудно найти, ну, по крайней мере, мне подходящий, потому что, ну, где-то процентов 80, наверное, это вообще ни о чем. Очень слабые средства. Я люблю прям вот, чтобы абрикосовые косточки были. А для рук возьму вот такой вот скраб. Масло скраб для рук и ногтей. Дынный сорбет от Organic. Этюд Organic. Очень приятный аромат. Прям вкусненький, вкусненький. Вот такой вот. Ну, скрабы для рук. Это, можно сказать, баловство. Я так, если есть, пользуюсь. Нет, значит, просто обычным скрабом. Я люблю ручки скрабировать, чтобы они были мягкие, чтобы, ну, более гладкие были. Не знаю, мне нравится. Кто-то, конечно, считает ерундой, но мне нравится. Так, для ног. Возьму вот такой вот, этот гель, хотела сказать, крем аквапилинг, устраняет утолщенную, огрубевшую кожу, сухие мозоли и натоптыши.
покупала в Фикспрайсе. Разные отзывы тоже на этот крем, и хорошие, и плохие. Кто-то говорит, что вау, какой классный за 50 рублей, кто-то говорит, что ничего не делает. Но мы все разные, кожа у всех разная. У меня, к сожалению, на топтыше круглый год, поэтому, ну, пока мне кроме лезвия ничего от них не помогает. Я не нашла никаких других средств. Вот попробую этот крем. Если понравится, то куплю несколько упаковок в фикс-прайсе. Так, надо что-то как-то отъехать. Для лица тоже из последней Инниной посылки я открыла вот такие вот не патчи, а пады. Это у нас пилинг-диски для лица с ахае, БХ кислотами, витаминами. Здесь их 35 штук. Я уже половину использовала. Инна, спасибо тебе огромное. Это вообще супер вещь. Это вот такие вот диски. С одной стороны пупырчатые, с другой гладенькие. Ну, пропитанные вот этим вот сывороткой, наверное, или что там. Кислотами, в общем. Пахнет лимончиком, таким, знаете, цедрой лимона, прям горьковатый. Ну, мне очень нравится, я люблю лимоны. И сам такого желтенького цвета, прямо как будто действительно, знаете, ассоциируется с витаминами такой цвет. Половину уже использовала. Использую через день. Здесь, к сожалению, не написано, как часто пользоваться. Но я вот как эйвоновскими подобными падами пользовалась через день, решила, что этим я тоже так же буду пользоваться. Вот. Хорошо так очищает кожу, освежает и выравнивает цвет лица. Супер вещь вообще. Надо пользоваться такими. Кого не устраивает свой цвет лица. Так, дальше открыла я вот такую вот сыворотку для лица с микрогранулами. Очень красивая упаковка, вообще класс. Прям тут такое выпуклое немножко. Это из Фикс Прайса, Синдо. Понравились мне эти сыворотки. Ну, мне сейчас пока есть в запасах для лица много средств, поэтому, наверное, пока повременю с покупкой. А может быть, и куплю в запас. Понравилось мне пользоваться ими по утрам. Они не жирные, не липкие, очень приятные. Хорошо увлажняют кожу. Перед макияжем использовать вообще само то. Быстро впитываются. Красота. За 50, ой, 77 рублей, по-моему, она стоит. Так, ее я открыла вместо вот этого вот крема. В прошлом видео вам показывала об уходе, что хочу на утро поставить вот такой вот крем дневной. Написано, что он легкий и увлажняющий для нормальной комбинированной кожи. Ничего подобного. Это жирный крем. Он очень жирный. Он полностью не впитывается. Ну, аромат яркий, чистой линии. В общем, нужно, ну, я не знаю, за час, если только до макияжа его наносить, ждать, когда он впитается. Не знаю, может быть, для сухой кожи, но никак не для комбинированной, это точно. В общем, я его, наверное, буду использовать для шеи и декольте. Здесь маленький объем 40 миллилитров, потому что на лицо мне вообще это не понравилось это наносить. Как-то это жирновато. Так, и маска-гель для кожи вокруг глаз от Планеты Спа Эйвон с оливой. Крем вокруг глаз заканчивается. Буду использовать такую маску. Я использую только на ночь. По той же самой причине, что кожа жирная. И перед макияжем не хочется никакие средства на глаза наносить. Такой вот носик у нее. Мне нравится. Я брала уже с черной икрой гель-маска. По-моему, тоже такая была. И с морскими водорослями моря Греции. Вот теперь возьму с оливой. Хорошая, в принципе, конечно, чудес от нее ждать не нужно, но для ежедневного ухода вполне даже неплохо. И последнее, что покажу, это зубная паста. От сплат, отбеливание плюс. Ну, все знают, не буду уже доставать. Вот. Не так-то уж и много добавляю, но посмотрела, что есть. В общем, что нужно, что не нужно. Остальное буду допользовать.
Кремы для рук у меня еще тоже. Думала брать, не брать новые, но решила нет. Наверное, все добью, потом уже новых понаоткрываю. Вот. Такое у меня было видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.